Молодец, Каюр. Подвынес с воды людям утку. Молодец. Сейчас они заберут ее. Нашли, нет? Вот где-то камыши вот эти вот высокие в воде, где-то вот в этом районе он вышел. Надо фонарик. Есть фонарик-то? Включайте и смотрите, где она там лежит. У него задача-то вынести. Чуть дальше, чуть. Чуть дальше и к камышам, к этим, которые около берега там. Он сейчас покажет сам. Будет охранять. Нашли. Ну все, он зарычал. Это он на охрану встал. Криковая? Криковая должна быть. Судя по полету, хоть и темно уже. Красавчик. Правда, не я стрелял. Люди стреляли. Достал. С воды видел, как упало. Выходя у них спаниели там. Темно, красота. Каюр отработал. Упали? Он мне на ногу наступил сзади. Каюр, что ли? Ага. Каюр, иди ко мне. Каюр, зачем человека уронил? А потому что утку, небось, несете. Каюр, иди ко мне. Каюр, Каюр, иди ко мне. Молодец, отработал. Ты что людей там роняешь? А? Молодец. Что сказать? Поссать надо, да. Каюр. Красавчик. Достал, молодец. Ну иди еще раз, урани кого-нибудь. На утку заберем, как трофей. Пускай будем снимать, нет, не знаешь. Пролетно еще нет. Миша. Я думаю, к 13-му, к середине октября пролетный пойдет. Вот он, мать моя, розовый змей. Утятник. Что, затопили, да? Затопили? Ага. Ваню, о, утки слетели. Криковая? Да. Хорошая, хорошая, да. Сейчас еще две пошли и прям в ручей падают. Ну-ка, где она там, трофей? О, перелиняла она, купеньки есть. Еще немножечко, но... Ой, попал, видишь, как ты ей хорошо. Прям, она поэтому сразу. О, вытекает. Ну что ты, это стук или кабель вот, я не помню. Стучом. Ну что ты уронил человека-то? А? Давай, енотов ищи. А, ну да. Сейчас еще одну сбили, ребята. Один выстрел, молодец. Оглушил меня, правда. Каюр там впереди, сейчас найдут. Он на посад садился. Сейчас найдут собаки. Не переживайте.
Моторка у нас. Ну вот мой первый выход. Я просто стою, ребят стреляют. Как бы хоть развеется, чуть картинку сменить в голове. Быт и все остальное уже прям вешаешься. Моторки тут плывет. Бутылки поднимут. Найдут, куда они денутся. Ой, оглушил меня немного. Правое на правое ухо. Собак посылайте, чуть дальше даже. За большими камышами. За собаками наблюдайте, они могут найти. Искать, 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 искать. Ну, парень, говорит, посидеть, говорит, посмотрел, говорит, обалдел. Достает ноги, лезть в сланник. С ножом. Нет, тоже разарки видно так. Ну, они там, ребята, боевые. Ну, прожженные уже в этом деле. Хоть нож, и то хорошо. Что такое? Две утки, падение в воду, потеря навигатора, утопление навигатора, лишняя ходьба. А я ему еще когда подходил, бросил утку, она упала не на траву, а в воду. Один каюр только раз, да, каюр? Бодрячку. У него все ровно вообще. Сейчас еще домой отвезут, накормят. Вы завтра-то будете? Завтра не знаю. Понятно. Ну и что, увидимся. Девки же, по-моему, были еще. Да, они все эти, в положении. Сейчас щениться будут. Остался вот с кобелем остался. И второй молодой. Ну ладно. Все, давайте. Спасибо за... Да. Каюр, тебе тоже спасибо, да. Ну а что, поедешь с ними? Ну езжай. Погладится. Любит, ла, каюр, иди садись. Каюр, иди садись, каюр. А, здесь она с уважением, охотники же. А, да, да, да. Хороший бычок, нормально. Да, да, да. Все, каюр утопил, навигатор отстегнулся. Весь мокрый. Вода, все. Сейчас попробуем, посушим. Ёкарный бабай. Грёбаная застежка. Лучше на русских узлов каюр нету, поверь мне. Втроем вернулись. Всё. Ну, утки сработался. Каюрчик, каюрча. Местная утка летает. Вот наш первый выход. Будем отправлять в понедельник. Сразу пусть они его. Сейчас я его микросхемы там. Всю фигню. Все, пусть они там смотрят. Сколько там воды, не воды. Сейчас феном дома чуть просушу, а там как бог подаст. Иди ошейник сниму. Каюр, поди ко мне. Пойди, сейчас ляжешь. Сейчас. Дай сниму. Все. Отходили. Только с тобой буду ходить без ошейника. Теперь и этого нету. Навигатора. Попробуй просушить. Включится. Значит, включится. Нет. Значит, нет.
Вот такие дела. Надо было снимать, как он плавал. Утку доставал. Ну ладно. Это их неохота. Я вообще не собирался снимать, если честно. Ну ладно, снял уж. Ребят посмотрят. Так, все. Че там? Открываем автомобиль, да поедем. Ой, господи. Сварен вам каши дома. Каю возьмешь, да? Заработать тебе. Что, доел? Дальше я дам. Сейчас кашу приеду давать. Если что, Каюр, придется с кредитки выдергивать еще 55 тысяч на навигатор. А? Да. Разошелся ты. Твой корм с Астрахани еще. У тебя завтра днюха. Ладно, все, поедем, буду собираться. Всем пока. Такие вот нюансы на охоте, блин. Гребаный, блядь. Нафиг я его заказал, этот поводок. Застежка говно, не берите. Вот сразу вот простерегу. Он у меня сегодня два раза отстегивался. В том году раза два тоже. Вот такая вот система. Оно так продевается, на кнопку нажимается, и вот эти вот защелочки, вот эти вот, и она почему-то, короче, снимается, не знаю как, но они не держат, и кольцо это снимается, и все, и потеря. Зимой два раза в том году тоже терял. Ладно, все, буду собираться.